Добрый день, меня зовут Сергей Покоев. Я работаю в компании Интерволга, золотом сертифицированном партнере компании 1С Bittrex. Мною реализовано больше 100 проектов на 1С Bittrex управления сайтом, начиная с 2009 года, когда я первый раз серьезно стал использовать эту платформу. В этом курсе я вам покажу, как менее чем за 4 часа разработать сайт на платформе от 1С Bittrex. При этом для вас пройдет меньше часа. Часть моментов я буду ускорять. 1С Bittrex управление сайтом. С одной стороны, очень развитый CMS для быстрой реализации проекта, удобное для администрирования сайта, с большим количеством готового функционала. Это позволяет разработчикам, выбравшим платформу от 1С Bittrex для создания проектов, не тратить время на создание однотипного функционала от проекта к проекту, новости, каталоги, форум, блоги, типовой интернет-магазин, а также системные функции, например, такие как управление доступом и пользователями, поиск и многое-многое другое уже готово и требует адаптации под конкретный проект, а не разработки с нуля. С другой стороны, сегодня 1С Bittrex управления сайтом – это мощный фреймворк для решения любых задач, которые могут встать перед разработчиками. И это позволяет разработчикам браться за нестандартные, интересные, сложные и высоконагруженные проекты. К их услугам неограниченные возможности по расширению системы, богатая API, новое ядро D7, активно использующее современные возможности PHP, OOP, исключения, namespace, ORM и много-много еще нужного и важного. На сегодняшний день в системе 1С Bittrex управления сайтом реализовано более 140 тысяч проектов. А в общемировом рейтинге среди всех систем и платных, и бесплатных занимает 8 место. Спрос на разработчиков от Bittrex Framework высок. Так как же научиться создавать проекты на нем? Обычно самый сложный этап при освоении новой платформы – это первое знакомство с ней. Создание первых проектов и решение первых задач. Разработчику нужно разобраться, как устроена система, ее архитектура, какие есть инструменты в платформе, совершить первые ошибки, чтобы понять, как не надо делать. В этом видеокурсе я покажу, что на самом деле реализовать сайты на Bittrex не так сложно, как может показаться при первом знакомстве с системой. Мы реализуем обычный проект, на создание которого я потратил менее 4 часов, показав вам базовые технологии 1С Bittrex, которые важно освоить каждому разработчику. А вы будете видеть таймер, чтобы все было по-честному. После просмотра курса вы сможете самостоятельно повторить реализацию проекта. Все необходимые материалы скачайте по ссылке. Конечно, когда уже знаешь, как система устроена, как оптимально решить ту или иную задачу, тогда и проект реализуется быстро и просто. Не вылезают ошибки после запуска, администратору удобно с ним работать, а разработчику поддерживать. Этот и другие курсы Академии 1С Bittrex созданы, чтобы вы смогли быстро и просто разобраться в устройстве платформы, освоить необходимые технологии системы и начать сразу делать сайты профессионально быстро, а не методом научного тыка, тратя немало времени на поиск ответа. Как же в Bittrex решается вот такая задача? В курсе собран большой практический опыт и ответы на вопросы, которые у вас будут возникать при освоении системы. Переходим к задаче.